На, получай, ну ты же сдохнешь когда-нибудь, кровосися! Я не знаю, что тебя уже возьмет, чтоб тебя убить! Ну нафиг, это бесполезно! Слушай, да его вообще ничем не убить! Это бессмертный, вообще ничего не берет! Так, ты мелкий, и ты, Степа, продолжайте, бабулька! Ты подойди вот сюда, подойди вот сюда! Ну должен же быть какой-то способ! Ну хоть какой-то! Ну если его пулемет не берет, если мелкий ему в голову с рогатки стреляет, Степа читает заклинания, ты на него зелье отравления или какие-то там бросаешь! Ну его вообще ничего не берет! Но должен же быть какой-то способ, а? Милок! Я тебе в 39-й раз повторяю, он бессмертен, его никак нельзя кокнуть. Ну ты чё тупой-то такой, не понимаешь, а? Да потому что не существует бессмертных людей и бессмертных вампиров, их не существует. Есть какие-то способы, как их можно кокнуть. Так, сколько у нас есть времени до того, как закончится действие твоего вот этого зелья, и он на нас набросится и восстановит все свои силы, а? Ну, еще примерно плюс-минус, наверное, где-то приблизительно минут 20. Потом к нему вернутся все его силы, и он попросту нас всех сожрет. Вот. 20 минут. Так, тогда иди вот сюда. Задержи его тогда еще на ближайшие 20 минут, а мы тогда с Мелким и со Степой что-то сейчас придумаем, как его уже прям окончательно взять и кокнуть. Я даже не знаю, кто из нас больше устал. Вы меня убивать или я от вас умирать? Ну я бессмертен, ну вам меня не победить, как вы это не можете понять? Мелкий, Степа, за мной, оставляйте вот это все, бабулька, 20 минут, сдерживай его 20 минут своими вот этими зельями, мы вернемся, так давайте все быстро за мной. У нас очень мало времени, но мы 100% как-то должны придумать, как его кокнуть. Ну нет бессмертных людей на этой планете, даже учитывая то, что он граф Дракула, самый первый существующий вампир во всем мире. Мы сейчас что-то придумаем. Так, давайте все быстро за мной побежали. О, слушайте, у меня есть идея. Построить ракету, запихнуть Дракулу туда, запустить ее в космос, высадить на Марс и взорвать всю планету. План есть, как нефиг делать. Выполняем. Ну, план рабочий, но только есть одна маленькая проблема. Где я тебе в городе ракету найду? И как я тебе ее на Марс запущу, а, Степа? Илон Маск поможет нам. Мелкий, пробей ему черепушку рогаткой, пожалуйста, если тебе не сложно. Господи, все за мной, ко мне домой. Сейчас там что-то сможем придумать, надеюсь. У нас дома с тобой, Мелкий, 100% должны быть какие-то предметы, которые помогут нам убить Дракулу. Надо их просто найти. Давайте, ищите, ищите, ищите в тумбочках, ищите их в ящиках, ищите везде, где только сможете. Так, может ему вот это, может ему карандаш в глаз запихнуть, но вряд ли это поможет. Так, может ему веник в одно место запихнуть. В какое место? Вот тут надо подумать, но вряд ли это поможет. Может его в раковине утопить? Кстати, хорошая идея, но тоже вряд ли это поможет. Так, Степа, ты что-то нашел там, а? Трусы Мелкого нашел, подойдет? Ну нет, трусы Мелкого обратно положи обратно трусы Мелкого. Что-то вот это вот все самое. Так, Мелкий, подойди сюда. Мелкий, иди сюда. Я тебе сейчас задание небольшое дам. Отправляйся в город и притащи всех, кого мы давным-давно не видели. Там Рикардо, Маргаритку Степановну. Вот это и всех остальных. Может, у них есть какой-то план, может, они нам помогут. Все, давай, побежал быстро. Одна нога тут, другая нога там. Мелкий! Тут же лестница перед тобой была! Ты почему обратно на балкон побежал? Из балкона спрыгнул, ну дуримонда, ты малолетняя! Так, Степа, ты продолжай искать, вдруг сейчас что-то найдешь. Ну может все же трусы Мелкого на голову Дракулы надеть, а? Ну план, кстати, хороший, ты трусы все же с собой возьми, только чтобы Мелкий не слышал. Вот, в критичном случае мы реально наденем ему трусы на голову. Так, ты тут ищи тогда всякие предметы, которые помогут нам расправиться с Дракулой. А я пойду в магазин или еще кому-то, я не знаю, куда я сейчас пойду, но вдруг я смогу что-то придумать. Встречаемся потом возле дома к Дракулы. Все, давай, Степушка, давай, удачи тебе.
Мелкий занимается делами, Степа занимается делами, я тоже пойду заниматься делами. Ну, чё, может, вот это графа Дракула, может, в спортзал его отправить? Может, ему гантелей по башке стукнуть? Хотя я сомневаюсь, что это поможет. И у меня уже вообще никаких идей нет, как убить этого графа Дракулу. У нас осталось там меньше, чем 20 минут. Бабулька его сможет сдерживать только 20 минут. После этого к нему вернутся все его силы, и после этого он всех нас сожрет. Магазин «Все по 5 рублей». Такое ощущение, то, что я здесь серии 70, наверное, не был. Возможно, он мне сейчас поможет. Может, я сейчас смогу какую-то дичь в нем прикупить. Иди сюда, мелкий, чё там стоишь? Чё, созвал всех? Позвал Рикардо? Все придут? Ну, молодец, молодец. А я тебе предлагаю отправиться в этот магаз «Все по 5 рублей». Возможно, мы здесь с тобой сможем найти, если он, конечно, работает посередине ночи. Но фиг его знает. Давай, заходи туда внутрь. Давай, быстро, быстро, быстро. Опа. Так. Полинка! Сколько лет, сколько весен, сколько лет, сколько осеней мы с тобой уже не виделись. Ощущение то, что уже полтора года. Нам надо как-то кокнуть графа Дракулу. Если ты вдруг не знаешь, то что у нас в городе есть такая проблема. У тебя есть какие-то предметы, которые нам помогут вот это его кокнуть? Самые странные вещи, которые у тебя только есть в этом магазине. Ну вы прям очень вовремя заглянули. У нас как раз таки новая партия вещей. Пройдемте, я вам все покажу. Ну радуешь, радуешь, Полинка. Новая партия вещей. Так, ну давай рассказывай, показывай, что нам здесь пригодится. Выбирайте все, что хотите. Так, говоришь, все, что хотите. Очки, переверточки. Не знаю, что это за дичь, но попробовать стоит. И раз, два, три. Полина? Так вот почему они называются очки-переверточки. Ну и чё ты хочешь, чтобы я с ними сделал? Чтобы я их графе Дракуле дал и чтобы его стошнило, как меня сейчас тошнит? Мать моя женщина, снимите, пожалуйста, с меня эту шайтан-машину. Не, Полина, это точно не переверточки. Хотя, мелкий, забери, вдруг понадобится. Так, дальше, чё у нас здесь есть? Портфель наковальня. На кой чёрт нам портфель наковальня? Ну вот вы представьте, как будто вы ходите в школу и у вас 30 уроков, и на каждый урок вам нужно принести по одной книге. Это 30 книг по одному килограмму каждая, это рюкзак, это типа 3... А ну так, подожди, сейчас проверим, что это такое. И мелкий, иди открывай двери и... Опа! Едрить, колотить... Полинка, и чё ты хочешь, чтобы я что сделал? Чтобы я этот портфель графу Дракуле на спину нацепил, чтобы у него там этот аппендицит лопнул? Или грыжа воспалилась? Господи, ну он тяжелый, как не знаю что. Ну, слушай, вдруг понадобится. Ладно, заберем, мелкий, забирай. И последнее у нас это черепашка-разрывашка. А чё такое черепашка-разрывашка, Полина? Лучше вам самим это протестировать. Ну давай, мелкий, мы с тобой это протестируем. Так, иди сюда ко мне на улицу и... Опа! Да ты не бойся, да все будет нормально, я тебе говорю! Давай! Ты там жив? Или так не очень? Полинка! А вы предупредить не могли то, что черепашка-разрывашка реально разрывает и взрывается? Сюрприз! Нифиговый сюрприз. Ну ладно, этот сюрприз и для графа Дракулы хорошо подойдет. Короче, заверните мне все. Все эти три предмета на бочку, давайте. Так, и сколько с меня вот этих золотых монет надо? С вас 60 золотых монет. Стоп, подожди. Ну мы же находимся в магазине, все по 5 рублей. Как с меня может быть 60 золотых монет, если у меня 3 предмета? 3 умножить на 5, это 15 получается. Ты че обманываешь же, курица? Ой, да, точно, 15, не 60, а 15. Доллар просто поднялся, кризис в стране как бы. Кризис, да, или ты нас просто обмануть захотела, да, Полинка? Да че ты мельтешишь перед глазами? Че ты прыгаешь, мелкий? Че надо? Че?
Чё ты хочешь? Ты и приставку хочешь, и Пикачу хочешь, а губозакаточную машинку ты случайно не хочешь, Мел? Дайте ему приставку, забери вот этот мелкий, забери приставку. Так, с меня получается тогда 20 золотых монет. Все, мелкому приставку. Все, заплатили. Ты чё, рожа наглая. Ты и Пикачу, и приставку хочешь? Нет, вот это Пикачу оставь. Пошли давай, мелкий, за мной. Быстро давай. Мелкий, второй раз звать тебя не буду, иди сюда, иди сюда! Ну, мелкий, Собака, ты сутулая, ладно, дайте ему еще Пикачу, господи, ты что такой вредный? Так, все, на, сколько там, забирай Пикачу своего, давай, пошли давай за мной! Все! Довольная жопа! Ну давай тогда пошли, а то у нас вот это все потом уже заждался, наверное. Черепашка-разрывашка есть, портфель вот это... Как там рюкзак? Рюкзак как-то называется. И у нас еще очки-переверточки у нас есть. Здорово, Степа, ты что-то пришаманил вот сюда, нашел что-то? Да! Мы его утопим в водяных шариках! В чем мы его утопим, Степа? В каких водяных шариках? Ладно, против графа Дракулы все способы вот эти рабочие. Давай показывай, что ты нашел, Степа. Какие водяные шарики? Ты просто у меня в тумбочке шарики нашел и воду в них набрал. И ты думаешь, что они помогут против графа Дракулы? Пошли, мелкий, короче, пошли. Сейчас попробуем все, что мы только что нашли. Вдруг это сработает. Давайте за мной. Я очень сильно надеюсь, что бабулька его еще до сих пор сдерживает. Я не знаю, уже 20 минут прошло или не прошло. Так, давайте все за мной вот сюда заходите внутрь. А что это они там делают? Он есть вот эти золотые монеты выбрасывает. Бабулька, ты что делаешь? Ты его сдерживать должна! Ты что вот это ему на ушко там шептала, а? Получай, скотобаза, вампирюга кровосистая! Ага, да-да-да, ты думаешь, я не видел то, что вы только что с ним сидели на полу и чуть не обнимались? Он тебе вообще золотые монеты только что выбрасывал! Чё это было? А чё ты, бездельник, тему переводишь? Ты нашёл способ его убить или нет? Да, вроде какой-то нашел. Ладно, с тобой мы позже разберемся. Так, Степа, запускай свои вот эти водные шарики или что, сейчас посмотрим, убьет это его или нет. Давай, сейчас тут будет аквапарк. Ну все, хватит. Так, ну тогда бессмысленно ему давать очки-переверточки, вот это все остальное. Так, другой план, значит, надо. Как у вас весело здесь, давно так не развлекался. Ага, весело, значит, так. Степа! Кинь ему то, что мы с тобой договаривались не рассказывать мелкому. Мелкий, прости нас, пожалуйста. Рогатку спрячь! Спрячь рогатку! Надевай, кровосися! Чё-то какие-то странные трусы у мелкого, тебе не кажется, Стёпа? Грязные трусы мелкого... А, не грязные, просто... Мелкий, прости нас, пожалуйста, так! Бабулька, бросай его зелье, а ты кровосися за мной! Если тебе нравится развлекаться, значит пойдем. Мы тебя отправим еще на одни аттракционы! Давайте, ведите его сюда! Нравится ему, когда у него вот эти водяные шарики бросают, ага. Опа. Так, черепашка-разрывашка, на очереди все отойдите. Граф Дракула, любезно, попрошу пройти к черепашке-разрывашке. Давайте, прыгай на нее. Ну, конечно, еще бы ему вот эта черепашка-разрывашка бы что-то сделала. На очереди портфель, вот этот школьный портфель, который весит 30 килограмм. Тащите его на башню, давайте туда. А сейчас мы с тобой, граф Дракула, полетаем. Держи вот этот портфель, надевай и затаскивайте его туда, на самую верхушку башни. И потом сталкивайте. Давай. А граф Дракула, как я вижу, совершенно не против. Слушай, может ему реально это в прикол, мелкий? Убери приставку! Но я ж ее купил не для того, чтобы ты сейчас в нее играл, мелкий. Бабуль! Все готово! Если да, сталкивай его!
И-пу! Жив! Здоров! К большому несчастью, его это не кокнуло. Да хватит свои водяные шарики эти бросать, Степа! А можно еще раз? Незабываемые ощущения, адреналин просто зашкаливает. Я говорю, ему нравится это. Так, тащите его обратно, спускайтесь и тащите его обратно в это, его вот это дом. Надеюсь, что все остальные пришли, которых Мелкий звал. Все, давайте, за мной, за мной. Так, Рикардо, Полиночка и Маргарита Степановна. Ну, я думал, команда у нас будет немножко получше, но, как говорится, есть то, что есть. Вы что-то подготовили? Вот нам его надо вот кокнуть, вот это с трусами Мелкого на башке. Так, затаскивайте его внутрь, затаскивайте его в дом, сейчас разберемся. Давай, давай, пошел передо мной, давай, быстрее. Я понимаю, что у тебя наковальня на спине, но давай быстрее. Так, все сюда заходите. Фух. Рикардо, Риточка и Полинка, надежда только на вас. Рикардо, давай, показывай, что ты сюда притащил. Телевизор? И на кой черт ты телевизор притащил? Чтобы мы ему что, дом 2 включили? И он до конца жизни его смотрел, и потом с катушек Не, в принципе, это очень даже хороший план, но мне интересно услышать, что ты задумал, Рикардо. Ну, я подумал, если он физически бессмертен, тогда, может, мы уничтожим его психику? Это как? Продолжай. Ну вот ты подумай, что больше всего ненавидят твои подписчики? Когда Мелкий прыгает со второго этажа? Нет! Когда я заканчиваю серию на самом интересном моменте, они об этом всегда пишут в комментариях? Ну нет! Тогда я в душе не чаю. Что моих подписчиков бесит больше всего? Когда ты делаешь рекламу в сезоне жизни ютубера. Ну это когда мне надо свой мерч прорекламировать, или когда Михалыч мне какие-то заказы дает. И чё, ты хочешь, чтобы мы ему сейчас рекламу включили или чё? Я подготовил тебе новый мерч. Включай давай телевизор. Нет. Кровосисям. И это твой новый мерч. Так, ну в любом случае как бы попробовать стоит. Запускай шарманку. У каждого бывают такие дни, когда заглядываешь в свой гардероб, и тебе не нравится ни одна твоя вещь. Все такое скучное, мрачное и серое. У каждого бывают такие дни, когда кажется, что у тебя просто нет вкуса. Все вещи однообразные, без ярких рисунков и без стиля. Но потом тебе в голову приходит гениальная идея. Ну вот, вот это я понимаю. Одежда от всех маек всегда поднимает настроение. А, кстати, у меня же еще рюкзак есть моей любимой вот этой музыкальной группой. Вот это 21 Pilots. Вот это вот идет сюда. Ага. Ну а если вдруг ты хочешь внести свою жизнь немножечко красок, то переходи по ссылке в описании и вводи промокод, и он тебе даст 15% скидку на вот эту будущую покупку. Ну а если вдруг ты хочешь скачать про вот это приложение «Все майки», то в описании тоже есть ссылка там на любой телефон, вот там переходи и используй, ага. А чё ты выключил-то? Включай давай еще раз! Ну, как бы... Не, это хорошо, то, что ты новый мерч подготовил, но этот мерч мы продавать не будем. Нет, кровосися, мерч не очень... Нет! Рикардо, ну это туфта какая-то! Это туфта! Бабулька, сколько у нас времени осталось до того, как к нему вернутся все его силы? Милок, осталось всего лишь 5 минут, надо торопиться! А включите мне лучше Лунтика, а не вот это вот все, а? Надо торопиться, так, Мелкий, рогатку в руки, Степа, трусы ему опять напяливай, читай заклинания, выйдите, помогайте ему, бабулька, иди сюда. Бабуль, у нас нет другого выхода, я не знаю, что делать, если у нас осталось 5 минут, он через 5 минут вернет все свои силы и нам просто кирдык всем. Милок, у меня есть план.
10 лет назад! Хоть я не смогла его убить, но я смогла затащить его в ловушку! Если на стенах этой комнаты нарисовать специальные вампирские знаки, то граф Дракула не сможет выбраться из этой комнаты ближайшие 10 лет! Но это мы его не убьем, зато заключим в этой комнате хотя бы на 10 лет! А ты сможешь это сделать прямо сейчас за ближайшие несколько минут, бабуль? Милок! Да распухнуть! Дай мне 2 минуты, я все сделаю! У тебя есть ровно 2 минуты, все остальные на выход! Быстро, 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 у нас пару минут осталось! Все выходите, 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 кроме бабульки! Бабулька, у тебя осталась минута! Давай! Мелкий, выходи! Если это не поможет, тогда точно уже ничего не поможет. Молитесь за бабульку, чтобы она смогла сейчас нарисовать эти вампирские символы на стенах. Ну, тогда ждем.